Здесь сделали максимум, но этого не хватило. Но сейчас Virtus.pro будут заставлять этого брюмастера выкупаться. Если брюмастер в итоге потратит байбек, то я думаю, что Virtus.pro отсюда отойдут. Беда, главное, что когда он нажмет байбек, атака от Empire, скорее всего, уже произойдет. Поэтому десимперцам не получится как-то остановиться. Да, но брюмастер пока не хочет выкупаться. Вот, видишь, атака пошла и выкупается. Брю сразу же, то есть уже никак нельзя ничего делать. Убивает очень быстро фею. Бангалер катается по соло, выкупается и фея. Соло, больно. Получает дизарм, не сайленс. Можно еще что-то нажать. Дает протон сент. Есть в последний момент. Балспромис по Рамзесу. Рамзес становится в змейках. Ничего не может сделать. Рувается антимаг. Очень быстро можно убить Нуана. Нуана убивает. Эпицентр от Сенкинга. Урона слишком мало. Пашева вообще ни по кому урон не нес. ГГ. ГГ, Virtus.pro все поняли, что походу все, ребят. Могли, конечно, и в ВП еще поиграть.